Всех рад видеть, дорогие друзья, на своем канале Тимуха Лайф. И сегодня я решил начать снимать тоже новые ролики по такой теме, по айфону. У многих моих пользователей АК айфончики, у меня тоже один вот среди телефонов айфончик. И я буду показывать команды, благодаря которым вы сможете улучшать свой гаджет время от времени. Сегодня, к примеру, мы научимся, как на айфоне записывать разговор быстро и незаметно. Согласитесь, очень нужная функция, особенно если вы какими-то встречаетесь с незнакомыми людьми, либо же вам кто-то там угрожает, чтобы не доставать с кармана телефон, не показывать, что у вас там какой-то телефон, либо же еще какие-то бывают разные ситуации, ну сами да выдумываете, и нужно записать разговор. Это очень классное будет видео, так что обязательно досмотрите до конца, даже если у вас Android, все равно будет интересно знать. Ну а вы пока поставьте лайк, подпишитесь, а я все показываю и рассказываю. Нам понадобится вот такой вот пункт, который называется команды. Есть он на всех айфонах абсолютно, начиная с 5s и заканчивая 13s, там дальше даже. Дальше, смотрите, выбрали, в команды зашли. Дальше у нас в правом верхнем углу будет вот такой вот плюсик. Нам нужен этот плюсик. Нажимаем на плюсик, попадаем в вот такое вот меню. И здесь нам нужно указать название команды. Давайте, к примеру, назовем ее просто-напросто запись. Ну, вот такая будет неприметная, да, команда запись. Нажимаем готово. Окей. А здесь добавить действие мы пишем вот в поиске диктофон. Нам же нужен диктофон, правильно? Соответственно, ищем диктофон. Нажимаем на диктофон, у нас появляется создать новую голосовую связь, слушать самую недавнюю голосовую связь. Нам нужно указать создать новую голосовую связь. Нажимаем на нее и, в принципе, все. Она у нас создалась. Для того, чтобы убедиться в том, что выберите для этой быстрой команды другое название. Окей. Для того, чтобы убедиться, что она у нас создалась, мы можем перейти просто-напросто в настройки. Здесь можем указать даже какие-то там интересные, что-то еще полезное. Ну, эта настройка у нас, смотрите, будет уже сохранена вот в запись. Видите? Вот она у нас, запись. Она у нас, в принципе, есть здесь. Но нам нужно еще сделать кое-какие манипуляции, чтобы это все заработало. А я вам именно расскажу, когда вы тапнете два раза по задней крышке, у вас включится диктофон и начнется запись. Классно? Тогда досмотрите видео до конца. Для того, чтобы полностью это все доделать, нам нужно зайти в настройки телефона, спуститься почти вниз и найти такой пункт, который называется «Универсальный доступ». Вот он у нас. Нажимаем «Универсальный доступ», попадаем еще в одно меню, и здесь нам нужно найти пункт, который называется «Касание». Вот он. Нажимаем на «Касание», попадаем в такое вот меню еще, в одно, и здесь нам нужно в списке выбрать нами ранее созданную команду, которая называется «Запись». «Касание задней панели». Вот он. Видите, у нас включено. У меня раньше здесь стояло скрытое фото. Можно поставить на 3. И здесь у нас команды. Блокировка системы, камера, фонарик. И здесь у нас где-то должно быть быстрые команды. Вот запись, видите? Это та команда, которую мы ранее создали. Нажимаем запись и теперь смотрим. В принципе, можно заблокировать телефон. Видите? Два раза тапнул, пошла у нас запись. Так вы самостоятельно вот можете сделать, чтобы ваш телефон включил и началась запись. Видите? Запись началась. Вот так вот, в принципе, легко и быстро вы можете включить любую абсолютно команду на свои мобильные устройства. Если видео стало полезным, поддерживайте его лайком, ставьте пальцы вверх и пишите в комментарии, что вы думаете, потому что таких будет видео очень на моем канале много. Я буду рассказывать и показывать. Канал называется Тимоха Лайф. Здесь у меня есть отдельный раздел по Андроиду и теперь будет по айфонам. До скорого!